Всем привет, с вами Любомир Борода. Сегодня хочу показать вам такой вот интересный ланьярд, который я сделал специально для своего смартфона. Смартфон у меня Xiaomi Redmi Note 3. Вот. Недавно я купил для него такой вот чехол на AliExpress. Чехол этот мне очень нравится, он очень удобный. Я уже про него в каком-то ролике своем говорил. Он такой прорезиненный, тут стоит пластик, и собственно, когда телефон падает, падает бесшумно, и борта сделаны так, то что телефон собственно не убивается, опять же, если он падает на ровную поверхность. Если будет какая-то выпуклость или острие, он падет экраном, то скорее всего он все-таки побьется. Но сегодня у нас речь не о чехле, а о ланьярде. Так как у нашего вот этого бампера, у чехла, углы несколько выпуклые и такие, как бы, это то ли пластик, то ли такой прорезиненный пластик, ну, похоже на резину, там есть небольшие, как бы, углубления, то есть, когда мы ставим телефон, здесь еще внутри есть свободное место. Поэтому я, собственно, проколол шилом две дырочки, завел туда микрокорд, вот, там его связал и запаял, вывел сюда карабин. Вот. Собственно, с карабина, соответственно, мы можем отстегивать ланьярд, и как бы чехол с карабином уже вещь удобная, мы всегда можем его где-то закрепить. Почему? Ну, собственно, я сделал ланьярд вот такого плана. Вот. Почему именно вот такой, я вам сейчас покажу. Итак, друзья, чем же мне удобен данный ланьярд? Вот, соответственно, имеет он примерно вот такую длину. Вот. Для чего он мне? Я его могу спокойно одеть на руку. Он у меня утягивается. И безопасно носить телефон в руке. Если я его роняю, он у меня подстрахован. Для чего это надо? Я очень много хожу по улице и, собственно, все время с телефоном. Ну, где-то меня может тряхнуть, толкнуть, та же маршрутка, автобус, прочие дела. Он подстрахован. Дальше. Я очень много фотографирую на свой телефон. И бывают такие моменты, когда, например, я стою на каком-то мосту и хочу сфотографировать что-то там внизу. И вот мне прямо надо вытянуть. Иногда думаешь, сейчас это как тебе качнет, и все, короче. И я потеряю телефон. А тут качнет, опять же, телефон я смогу поймать. Мне очень удобно. Вот. Далее. Его удобно носить в кармане. Опять же, иметь подстраховку и не бояться о том, что мы его выронем. Вот. Так как я всегда ношу с собой вот такую сумку, у меня здесь есть карабин. Вот. Собственно, я цепляю его за карабин и кладу телефон в карман. Вот. При поступлении звонка на свой телефон я всегда могу, не отстегивая, достать его, так как мне позволяет длина, и на телефонный звонок ответить. После этого опять же убрать в карман, и мне ничего не мешает. Такие вот дела. Ну, это, скорее всего, не рекламный ролик, а просто я показываю вам, как можно апгрейдить свой телефон. Вот. Ну, как говорится, голь на выдумке хитра. Вы можете придумать для своего телефона более удобные и лучшие прибамбасы. А на этом все. С вами был Любомир Борода. До новых встреч.